Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем чтение соборного послания апостола Иакова. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня перед нами 5 глава. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Тема богатства получает в данных стихах, пожалуй, самое негативное звучание относительно всего текста послания. О нем уже был ряд нелицеприятных выражений. Здесь же апостол с пророческим гневом осуждает богатых грешников. Относительно аудитории заметим, что мы не слышим здесь традиционного «братья», и упомянутые богатые могут быть как христианами, так и иудеями или язычниками. Здесь апостол описывает общий круг проблем, не имеющих специфичной связи с конкретной формой религиозности, а относящихся скорее к общечеловеческим нормам поведения. Плач и рыдание должны водвориться в богатых домах. Почему? Потому что надежды хозяев этих домов на собственный достаток оказались тщетными. Вновь прибегая к гиперболам, Иаков перечисляет: богатство сгнило, одежды трачены молью, драгоценности заржавели, и все это свидетельствует против обладающих ими. Это свидетельство обличения, потому что богатство – это все, что оказалось собрано этими людьми на последний день, на день суда. Поэтому апостол и употребляет такой странный образ – золото, покрытое ржавчиной. Мы, равно как и сам автор, понимаем, что золото видимым образом не окисляется, не ржавеет. Апостол имеет в виду, что все накопленное человеком сгнило от бездеятельности. Это золото никому не помогло. Оказалось накоплено впустую, то есть как бы заржавело от неиспользования. Никто, находящийся в беде или нужде, ничего не получил от богача. Поэтому все, с чем приходит богач на суд, это его золото и шелка, как итог жизни, от жадности, не переплавленные в добро. В виде мертвого же груза они совершенно безинтересны Богу. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Вот конкретный пример псалмопевца, пример того, как богатство, не съеденное молью, может превратиться в угодное Богу начинание, даровав благотворителю благую вечность, а не погребя его под собою. Вторая важная тема внутри отрывка – это тема экономической справедливости. Нужно заметить, что это одна из регулярнейших тем Библии, обильно встречающихся в законе, пророках, писаниях, а также в Евангелиях и апостольском корпусе. Очень странно, но в нашем церковном сознании и шире в общественном дискурсе заповеди и повеления Библии преломились достаточно своеобразным образом. Так, например, общественно осуждаемые и порицаемые, хотя бы до относительно недавнего времени, грехи плоти, от адюльтера до гомосексуализма. Но при этом мы наблюдаем абсолютную общественную толерантность к экономическим грехам. Да ведь все бывает, как-то нужно выживать. Вот регулярные осуждения в обществе по данному кластеру вопросов. И здесь мы полностью выпадаем из поля библейских смыслов. Потому что именно в Слове Божьем полностью отсутствует разница между перечисленными выше видами согрешений. «Неверные весы – мерзость пред Господом», говорит Писание. При том, что сам по себе термин «мерзость» оно использует для описания самых негативных явлений в человеческой жизни. Как раз, например, от гомосексуальных связей до поклонения идолам. Вот реальное отношение Бога к такого рода грехам. Итак, находясь абсолютно в рамках традиционного библейского взгляда на финансовые отношения в социуме, апостол настаивает на исполнении древнейшего ветхозаветного требования – выплачивать зарплату работникам и делать это вовремя,
Об этом напоминают параллельно книга Левит, Второзаконие, Сирах. Вот так, например, во Второзаконии мы читаем. «Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха». Удержанная плата – грех против ближнего, ничуть не меньше, чем воровство, а по факту и являющийся таковым. Более того, апостол напоминает, Бог Библии всегда на стороне обиженного. Всякий вопль боли и отчаяния не просто доходит до него, он не остается без ответа. При этом присутствует мощное поэтическое укоренение этого текста в традиции Ветхого Завета. Так сама удержанная плата вопиет к Богу, как в свое время возопила к Богу кровь Авеля, пролитая братом. Также и Бог назван здесь одним из своих ветхозаветных наименований – Саваоф, Бог воинств. Это словоупотребление в целом для Нового Завета не характерно. Единожды оно используется лишь апостолом Павлом, и то в ветхозаветном цитировании. Последнее из обличений богатых в рамках данного фрагмента – это обвинение в убийстве праведника. Что это за фигура? Здесь мы можем озвучить два предположения. С одной стороны, это безусловное указание на Христа, наименование которого праведником регулярно для Нового Завета. Мы слышим это в Евангелии от Матфея, в книге Деяний, в послании апостола Петра. Оно укореняется также и в ряде ветхозаветных текстов, как, например, мы слышим монолог убийц праведника из книги «Премудрости Соломона». С другой стороны, маловероятно, что Иаков пишет, адресуя эти слова непосредственным виновникам смерти Иисуса. Как предполагает, например, блаженный Феофилак Болгарский, апостол, пользуясь примером смерти Христа, предостерегает своих слушателей из богатых от притеснения бедняков. Вывод. Фрагмент не просто посылает горящие угли на головы богатых, которые не видят своей социальной ответственности, но призывает их к покаянию и изменению жизни. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, дабы не быть осужденными, вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Одной из последних мыслей послания становится призыв к терпению. Здесь оно представлено в двух плоскостях – терпение в собственном духовном росте и терпение в ожидании пришествия Христова. Оба этих смысла мы видим и в притче Христа о терпеливом земледельце, с которым перекликается данный фрагмент послания. В притче Спаситель иллюстрирует процесс возрастания Царства Божия. А так как он говорит, что здесь, на земле, царство не приходит приметным образом, то смысл внутреннего прорастания царства, как воцарение Бога в жизни конкретного человека, становится достаточно однозначен и в рассмотренных отрывках. Это замечание очень актуально для нас, ожидающих скорого результата в рамках любой нашей деятельности, будь то изучение нового языка, спортивные достижения или духовный рост. Не получив одномоментный результат, многие из нас теряют к процессу всякий интерес. Поэтому апостол настаивает, долготерпение необходимо в духовном росте. Подобно росту всякого плодоносящего злака, он медленен и поступателен. Нужно отметить, что отрывок противопоставлен предыдущему. Богатые, понадеявшиеся на свое состояние и угнетающие бедных, могут потерпеть сокрушительное поражение. В то время как терпящие притеснения верные не должны отчаиваться, так как они тем самым приобретают духовные дары и готовятся к пришествию Христову по Руси, напряженно ожидаемой ранними христианскими общинами. И действительно, апостол напоминает, судья стоит у дверей. В подтверждение правоты своих слов Иаков приводит примеры праведников Ветхого Завета и тех людей, которые безусловно доверились Богу из глубины безвыходных обстоятельств. Нужно заметить,
что ожидание скорого пришествия Христа не превращало христианские общины в мрачные эсхатологические сообщества, которые прокляли мир и отреклись от всего человеческого ввиду бессмысленности жизни перед скорым концом всего. Напротив, понимание близости, реальной близости Христа помогало людям прожить каждый день как полноту Его благодати, насытиться на всякий день Его любовью и суметь донести ее другим людям. Это скорее похоже не на ожидание осужденным на смерть собственной казни, а на радость невесты о приближающемся женихе, так ярко выраженную, собственно, в последних стихах Нового Завета. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди», говорит книга Откровения. Все же послание заканчивается последними пастырскими наставлениями общинам, включающим ряд ежедневных вопросов и проблем, таких как, например, поведение в горе и в радости, клятва, вопросы болезни, утверждение необходимости молитвы и покаяния. Увещание начинается с темы клятвы. Если Ветхий Завет указывал, что необходимо исполнять данные клятвы, то Христос однозначно запретил клятву как таковую. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакую другую клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». В контексте этого запрета находятся и слова апостола Иакова, логически перекликающиеся с окончанием 4 главы. Как там запрещалась надменная самоуверенность, так как никто из нас, собственно, не знает, как застанет нас день завтрашний, так и из этих же соображений говорится о греховности клятвы, как о безусловном утверждении человека, не знающего дня грядущего, но дающего, тем не менее, о нем однозначное обещание. Важно и другое замечание относительно клятвы. Христианину нет нужды клясться, поскольку правдивость его слов всегда должна быть абсолютной. «Пусть свидетельство вашей жизни будет надежней клятвы», говорит святитель Кирилл Александрийский. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы». В 13 стихе Иаков указывает, что в любом состоянии человек может пребывать в отношениях с Богом. Это важно. Христианство не отнимает у человека эмоций, не запрещает ему ни скорби, ни радости. Сам Христос пребывал как с рыдающими о Лазаре Марфой и Марией, плача с ними, так и радуясь и веселясь с новобрачными на браке в Кане Галилейской. И апостол Павел подчеркивает в послании к римлянам, что с ближними нужно делить и скорби, и радости. Он говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Апостол Иаков указывает, что к каждому из этих состояний склоняется Бог, желающий разделить их с человеком, помогая в скорби и благословляя в радости. А молитвы и псалмы Библии – великая сокровищница, из которой христиане черпают уже тысячелетия, не просто воспроизводя старые образцы, но Святым Духом вдохновляясь к созданию новых. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти стихи рассматриваются в церковной традиции как прямое указание на священнодействие, впоследствии получившее наименование таинства соборования или еле освящения. Для нас важно, что, говоря о устроении общины и врученных ей от Бога дарах, апостол указывает на пресвитеров, как на один из видов самого раннего церковного служения, наряду с упоминаемыми в 3 главе учителями. При этом Иаков описывает и конкретные формы священнодействия. Несколько пресвитеров приходят к человеку по его просьбе и над ним, то есть в его прямом присутствии, совершают молитву с призыванием имени Христова, прося даровать больному здоровье, и используют как символ преподаваемой благодати масло, елей. Это же делали и ученики Христа, отправляемые им на служение во время его земной жизни. Так нам об этом говорит, к примеру, Евангелие от Марка. Масло – вещество, используемое в медицине Средиземноморья для лучшего заживления ран. Но олива – также и важный символ прощения и новой жизни. Вспомним масличную ветвь в клюве у голубя, которая сообщила Ной о конце потопа. Конец 15 и 16 стихи говорят о необходимости для христианина в прощении грехов. Да, увы,
это регулярный опыт. Грехи, вошедшие в нашу жизнь как страсти, то есть плотно прижившиеся злые привычки и навыки, они докучают нам и после принятия крещения. Таким образом, христианин нуждается в покаянии не только до того, как принял Иисуса, как учит большинство протестантских деноминаций, но и в течение жизни, ведя борьбу с грехом за собственную святость, как учит этому церковь. Примеры тому среди апостолов мы уже приводили. Напомню лишь, что о своих грехах апостол Иаков говорит в 3 главе 2 стихе, а, например, апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. При этом Иаков настаивает: для исцеления от греховного недуга недостаточно лишь внутреннего раскаяния. Необходимо принести эти недуги перед лицо Божие через церковь. Здесь апостол говорит о возможности исповеди христианина христианину. Но за первые несколько веков христианства исповедь стала совершаться перед лицом предстоятелей общин, епископов или священников. Сам Христос говорит, что дает эту власть своим ученикам. Кому отпустите грехи, отпустятся ему, на ком удержите, удержатся, а через них и всей церкви по дару апостольского преемства. И сам контекст отрывка, безусловно, дает понять, что в ситуации пресвитеров, пришедших к больному, он исповедует свои грехи, а не наоборот. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. При этом всему христианскому собранию апостол заповедует молитву как способ прямого влияния на различные обстоятельства внутренней и внешней жизни человека, приводя в пример Илью Фесвитянина, одного из величайших некнижных пророков Израиля. Апостол подчеркивает: «Илия человек во всем подобный нам». То есть Бог не производит никаких уникальных святых, принципиально отличных от остального мира. И пророки, и апостолы, и праведники церкви полностью подпадают под пример Иакова. Они такие же, как и мы, люди, лишь движимые твердой верой и любовью. Потому через них Бог и совершил в мире великое, невзирая на малость и хрупкость их человеческих сосудов. Потому-то и наша малость неизвинительна в отношениях с Творцом. Он тот, кто ответил на все сомнения Моисея, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь Бог? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Также он отвечает и на наши сомнения, обещая помощь и поддержку, только напоминая, как Иисусу Навину: только будь тверд и очень мужественен.